Девочки, всем привет! Всех с наступившим 2022 годом, с наступающим Рождеством. За новогодние праздники я доделала вот эту замечательную принцесску. Она открывает мой рукодельный 2022 год. Ну, как обычно, я вам решила сделать небольшой обзор, показать ее чуть поближе. Начнем с обуви. Вот такие туфельки я ей связала. Туфельки с ногами не цельно вязаны. Это отдельные обувь отдельно, ноги отдельно. Чулочки связаны цельно вместе с ногой. Там также цельно вывязаны трусики, такой подъюбник. Здесь все связано крючком, даже корона вывязана крючком. Единственное, в этот раз я решила юбку сделать из фатина. Пришлось достать швейную машинку. Но такой пышноты за счет вязаного полотна навряд ли я добилась. Но вот вышла из положения, нашла у себя фатин. И вот получилась у меня такая вот трехслойная, здесь три слоя, трехслойная юбочка. А лицо, ну, как обычно, глазки нарисованы акриловыми красками. Реснички приклеены, губы вышиты, бровки тоже зачелкой не видно, бровки тоже вышиты, протонировано личико. Кто со мной давно знаком, я не дружу с пастелью, с пастельными карандашами, я тонирую своими косметическими продуктами. Так что вот такая вот новогодняя куклёна у меня получилась, новогодняя принцесса. Она далеко не поедет, она останется здесь, в городе Владимире. Я сейчас вот должна доделать еще одну куколку и буду браться за написание, за создание видеокурса по куклам. По моим куклам вы очень просите. Начнем мы с той пышки в пышнотелой красотке. Кто не знает, может отмотать немножко видео наверх и увидит блондинку в черном белье. И вот я думаю, что именно с нее мы начнем этот год, видеокурс. Пока не знаю, девочки, в каком формате он будет и где, на какой площадке. Возможно, в закрытой группе Instagram. Поэтому вот здесь, под этим видео, мне бы было интересно узнать ваше мнение о том, где бы было вам удобно смотреть и читать. Но, в принципе, этот видеокурс я планирую, что там максимум будет 80% этого курса будет состоять из видеоуроков, потому что написать текстом, как делать глаза, как вышивать губы, ну, это, в принципе, мне кажется, ну, возможно, только очень сложно будет для понимания. Поэтому под этим видео напишите, пожалуйста, кто хочет, это я уже знаю, а напишите, где бы вам было удобно смотреть и вообще получить этот курс.